Большая вода уже не прибывает. Превысив норму на 94 сантиметра, уровень на Петропавловском гидроузле остановился. На Сергеевском водохранилище перелив над гребнем сейчас составляет 60 сантиметров. На повороте в поселок Заречно со стороны плотины глубина воды составляет 7 сантиметров. Но проезд для легковых автомобилей открыт. А вот на трассе Челябинск-Новосибирск проезд запрещен, начиная от гидроузла и до Мамлютского кольца. Всего подтоплено 1237 дачных участков. Жилые дома от стихии не пострадали. В целом, по словам специалистов, ситуация стабильная, пик паводка прошел, но круглосуточный мониторинг продолжается.